За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане потеряли более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Большинство пострадавших в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Так, житель Нижневартовска через сайт хотел купить пневматическую винтовку. Перевел продавцу более 20 тысяч рублей, а получил строительные очки. Жительница Нижневартовского района неизвестный предложил оформить виртуальную карту с кэшбэком. В результате женщина сообщила реквизиты и пароль своей банковской карты. С нее сняли 23 тысячи рублей. А сургутянин оказался жертвой мошенника, пытаясь онлайн купить билеты в театр. Ему позвонил якобы сотрудник театра, заверил его, что с карты по ошибке произошло двойное списание. Чтобы получить деньги обратно, югорчанину предложили пройти по ссылке и ввести данные банковской карты. В результате сургутянин лишился 6 тысяч рублей.